из 28 сыгранных матчей. Причем последний раз, собственно, единственный раз Лас-Пальмас побеждал здесь. Лемос. 2000 года только при Рейнальде Денуэксе Реал Сосьедад выигрывал чаще. 43. Не такая успешная Вела. И вновь Лемос. И в своей находит Карлоса Веллу, который, правда, не обыграл все-таки один в один защитника. Подача в направлении Джонатаса, выскочившего из-за спины Лемоса, но не продавил. Ну, Вера. Реал Сосьедад будет позволять себе. Реал Сосьедад будет позволять себе столько же. Он же бесспорный. Илья Ромензи. Его длинная передача по правому флангу. Вела. Один в один вновь может обыграть Гарридо. Сделал пас, но атака скорости потеряла все-таки. Вела. Мажонтас. Здесь хочешь не хочешь, забегаешь. Грей вообще к своей работе во втором тайме. Вот, пожалуйста, штрафной гостей мяч. И у ворот гостей возникают только после подключений Карлоса Веллы, который, как правило, ищет глазами Джонатаса. Но его ищут все. Ищут пожарные, ищут милиция. Но Джонатас тренировать Лас-Пальмас даже на подступах в чужую штрафную, и даже уже входя в нее, используя минимум касаний и быстро принимая решение. Защитник Лас-Пальмаса свалил. Маурисио Лемос. Тайме несколько ключевых, на мой взгляд, перехватов он совершил. И единоборство. Лемос ведет на выезде в Сан-Себастьяне. Всего. Лемос. Сурутуса. Все-таки Джонатас транзитом через Лемоса в нападении. Есть большой риск пропустить. Вела простреливает. Лемос. Вот сейчас по позиции располагается ближе к правой бровке. Не отвечать сопернику на его атаки хотя бы изредка. Юрий. Удар от Гранера. Матеу Лаос посчитал иначе. Джонатас.